друзья, начинаю свой очередной отчет с подходов к Крымскому мосту со стороны Тамани. Начинаем мы вот с этого ракурса. Уложили рельсы почти до самих металлоконструкций моста. Даже немножко вот эту часть уже уложили на сами металлоконструкции. Я вот не знаю, как вот эта штука называется. В железнодорожных терминах не силен. Кто у нас, зрители, есть железнодорожники? Подскажите, пожалуйста, как вот эта повозка называется и что она, для чего она предназначена, что она делает. Потому что только вот рельсы уложили и тут же ее сразу пустили. Она потихонечку ездит туда-сюда, что-то, наверное, измеряет, проверяет, наверное, деформацию рельсов, смотрит, наверное, ультразвуком или еще что-то. Но это мои предположения, точно не знаю. Может, проверяет сами рельсы ультразвуком на предмет микротрещин и прочих дефектов. Ну, короче, если кто знает, напишите в комментариях, как называется, чтобы и мы тоже знали. Пора осваивать уже железнодорожные термины, потому что основная работа уже скоро, в скором времени начнется на железнодорожной части. Укладка рельсов, там, установка семафоров и прочие там контактные сети, потому что осталось-то уже 15 опор построить и уложить совсем незначительную часть металлоконструкции. Основные работы по металлоконструкциям — это надвижки к фарватерным опорам и установка металлоконструкции от косы Тузла до острова Тузла. Там вообще еще тоже конь не валялся. Ну, опоры все там готовы, но металлоконструкции как раз вот на протоке. Это вот место от косы Тузла до острова Тузла. Это называется протока, морская часть. Там металлоконструкции вообще почти нет. Так что работа еще есть. Вот мы на арочке с вами посмотрим с другого нового ракурса. И будем смотреть дальше, что делается на Таманском берегу, на подходах. Вот видите, работы идут полным фронтом на самих подходах, на железнодорожной насыпи. Здесь уже все четко и готово. Вот видите, она поехала теперь на мост, эта штука. Я даже не знаю, как ее назвать, этот тепловоз этот. Ну, я думаю, у нас люди умные подскажут, и мы будем правильно называть этот механизм. Так что поздравляю, первые, как говорится, поезда пошли по железной дороге до моста со стороны Тамани. Здесь с поворотиком идет, когда успели, вот неделю назад еще вот как раз этой части железки и не было. Как удачно я попал, вот снял это все дело. Правда, саму укладку, как укладывали рельсы, не застал, но все равно еще столько раз мы это с вами видим, как это все укладывается. Сейчас вот он едет потихонечку, видите, видимо, сканирует там что-то пути, смотрит. Да, интересно. Ну, а тут, видите, рядышком автомобильный мост. Какое движение интенсивное. Движение по мосту явно увеличилось. Сейчас как раз пик, разгар сезона, середина лета. Температура великолепная, держится около 30 градусов, там плюс-минус. Это я вчера вот снимал, вот это все дело. И на подъезде к Керчи такой сильный дождь, ливень долбанул все. В начале ролика вы могли видеть, я специально это показал, все улицы в Керчи затопило. Ну, успел проскочить, и не плавал ничего, нормально проехал. Но это, ливень был как раз, арки только проехали мы на мосту,
и ближе вот к Керчи уже подъезжать и долбанул. А в Тамане великолепная солнечная погода, вот как вы видите, была. И вот эта картинка подтверждает. Давайте пролетим по воздуху, пройдем по воздуху и посмотрим, что новенького произошло на железнодорожной части моста. С автомобильной это все понятно, вон видите, она едет, себе едет, как будто она там всегда и была. Хотя прошло всего 2 месяца и проехало уже более 1 миллиона машин туда-сюда. Ну а мы видим с вами насыпь железнодорожную. С правой стороны рельсы заканчиваются, с левой как раз вот видите сопряжение металлоконструкции, искусственной насыпи, и вот рельсы еще не соединены, но видим четко, что уже небольшой кусочек рельсов лежит на металлоконструкциях моста. Это говорит о том, что рельсы уже на мосту. С чем я вас и поздравляю, запомните эту дату. 20 июля первые рельсы легли. Может быть, они и раньше легли, но я это увидел этого числа на мост. И теперь только дальше больше увидите, уже подготовлено сколько вот сами металлоконструкции, уже белого цвета, там гидроизоляция уложена, уже почти готова для укладки рельсов. И теперь только будут они шараш и шараш. Укладывать-то сами рельсы несложно, просто потом еще балласт, все это отрегулировать, отбалансировать, протестировать. Вот это больше всего времени уйдет. Ну а мы с вами летим, видите, строительный городок под нами. И красота какая. С правой стороны смотрите море какого цвета. И с левой какого. 2 разных моря. Раньше негласная граница здесь проходила между Азовским и Черным морем. Теперь принято считать эту границу вот как раз разделение мостом Черного и Азовских морей. Со стороны автомобильной арки, запомните, чтобы удобнее было, это Азовское море, со стороны железнодорожной арки это Черное море. Вот сейчас в данный момент мы с вами смотрим на Черное море, как на Мальдивах цвет моря. Красота. Ну, мы с вами разворачиваемся в обратную сторону и пролетим вглубь материковой России, вглубь Краснодарского края от моря. Посмотрим, что здесь у нас. Ну, совсем немножко готовность железнодорожных путей глянем. Потому что, конечно, это тоже будет знаковое событие, когда Москва-Симферополь. Раньше, я помню, 68-69 номера, по-моему, были. Москва-Симферополь, поезд. Ну и сейчас, наверное, какой-то типа такого будет. Вот, видите, здесь вообще уже опоры контактной сети стоят. Ну, самой контактной сети пока еще нет. Вот справа центр управления мостом, мы видим красивое здание. Слева как раз досмотровый пункт автомобильный. Его там еще строят вовсю, чтобы после 1 октября пустить грузовые машины на мост. Вот. Ну и вернемся к традиционному ракурсу и посмотрим. Шумозащитные экраны, видите, да, автомобильные стоят. И здесь уже начинают тоже делать. Вот сейчас мы с вами смотрим. Машина сейчас пройдет. Вот. Парапет уже готов, бетонный, вот по нем люди уже ходят. И здесь мы видим перфораторами забуривают отверстия под анкера для установки направляющих под шумоизоляционные экраны. Здесь вот один, может быть, увидим с вами сейчас, один в качестве эксперимента уже сделали его давно, и он стоит как памятник. Вот он, вот он. Вот такие будут здесь тоже, ну, то же самое, как и на автомобильной части моста, потому что от железной дороги шума много, если не больше, чем от автомобильной, то точно не меньше. Поэтому надо защищать. Здесь как раз
на въезде на мост, на въезде в море, как говорится. Тоже надо шумку ставить. Ну и вот мы четко видим с вами рельсы и вот эта повозка. А здесь смотрите, народу сколько кишит. Начало пролетных строений, металлоконструкции моста. И вот там занимается непосредственно устройством гидроизоляции. Еще какие-то работы делают. И вот видим, где железная дорога пока заканчивает свой славный путь. Левая колея, вот если смотреть по ходу, вот как мы сейчас с вами на экран смотрим, слева колея немного зашла на мост, но она еще не соединена между собой. Вот уже он обратно едет, вот я прилип к нему, мне просто интересно. Хочу понять смысл вот этого, как она работает. Вот обратно поехал, видите, едет медленно. Рабочие вокруг, что-то смотрят они там. Хотелось бы понять тоже. И вот, и поехали. А на дальнем плане видим мы автомобильную дорогу. Красота. Ну, слегка травка там вот на откосах уже начала. Ну, совсем слегка, потому что жарко, она моментально выгорает. Какие-то кусты там начинают расти, но со временем зарастет все. Ну и вот эта повозка уходит за бугор. И вот общий вид, вдалеке мы видим с вами арки опять. Здесь техника работает вокруг моста, облагораживают территорию, какие-то коммуникации еще прокладывают. Пока лето, пока тепло, можно сделать по максимуму. Напомню, что в планах у строителей закончить все опоры и установить все металлоконструкции ЖД к концу года. Ну, если такими темпами, думаю, что может быть и чуть и раньше будет все это дело. Ну вот, мы с вами видим горы песка еще, много техники. Ну и вот одиночно стоящий экран шумозащитный, его протестировали, видимо, как будет смотреться. Предъявили, как говорится, общественности. Дали добро и начинают строить. Вот он этот, собственно, парапетик. По какому идет чел в синей футболке. И тут будет установлен шумозащитные экраны. Вот видим мы рельсы, здесь вот еще они не состыкованы, просто уложили их в сторонку. И дальше, как будет готово, как примет комиссия, даст добро на укладку дальше и погнали. Собственно, по самому мосту. Вот смотрят, видите, проверяют. С чемоданчиком вот джентльмен идет. Так что вот так, дорогие друзья. Работы кипят не только с Крымского берега, но и с Таманского. Таманского рельсы уже подошли к мосту, с Крымского немного придется нам подождать, но тем интереснее и увлекательнее будет наше отслеживание процесса строительства, в котором мы вместе с вами все, дорогие друзья, и участвуем, вольно или невольно. Сколько еще мостов будет еще строить и строить, и Сахалин, и Обь, еще, наверное, какие-то будут мосты. Флаги развиваются на ветру, ветерок такой был более-менее сносный,
мы с вами смотрим, как машинки шастают туда-сюда по делу и без дела. Ну, ездят вот мотоциклисты, едут с Крыма. Вот раз, два, три мотоцикла я насчитал. Велосипедистов пока не видать, устали, наверное. Ну и мы с вами пролетим на квадрике вдоль рельсов, посмотрим готовность в сторону станции Тамань-Пассажирская, где будет. И на этом сегодняшний репортаж закончим. Сейчас вот подлетим, я покажу, вот с правой стороны, видите, площадка отсыпана желтым. Предположительно, судя по карте, здесь и будет находиться станция Тамань-Пассажирская. У меня спрашивают, сколько примерно до станицы Тамань. Ну, порядка, наверное, километров двух по хорошей дороге. Это вот дорога идет в сторону Волны. Если вот вправо туда она идет, с моста как съезжаешь. И вот, видим мы, да, с вами здесь идет строительство. И вот справа площадка, судя по карте, здесь и должен быть весь комплекс зданий станции Тамань-Пассажирская. Посмотрите, дорогие друзья. Ну, а я на этом заканчиваю свой очередной отчет о подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани. Кому понравился обзорчик, подписываемся на канал и ставим пальцы вверх, и активно комментируем, спрашиваем. Если я не ответил, это не то, что я это делаю специально, просто иногда нет времени. Не обижайтесь, не обессудьте, я стараюсь отвечать всем по мере возможности. Так вот, активно комментируем, кому не понравилось, делаем то же самое. На этом все, дорогие друзья, до новых встреч, новых видео. Надеюсь, они будут для вас так же интересны, как и предыдущие. Всего хорошего, до свидания.